Сегодня, 6 января, проходит пятый этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». Общая длина участка составила 563 километра, а протяженность спецучастка – 359 километров. В зачете серийных мотовездеходов лучшее время по итогам спецучастка показал Родриго Лупи де Оливейра из команды South Racing Can-Am. Второе место у Марека Гочела из команды Combat Energylandia Rally Team. Он отстал от победителя на 2 минуты 33 секунды. Российский гонщик Сергей Корякин из команды Snack Racing Team показал третий результат с отставанием 4 минуты 10 секунд. В общем зачете серийных мотовездеходов продолжает лидировать Родриго Лупи де Оливейра, вслед за ним Остин Джонс и на третьем месте Михал Гочел. Напомним, что 44-й по счету Дакар стартовал 2 января в Хаиле в Саудовской Аравии, а завершится 14 января в Джидде.